Всем привет, ребята, с вами Гуф-Гуф, и сегодня в этом ролике я себе куплю опять еще одну новую шмоточку. Но я думаю, вы даже без ингредиентов догадаетесь, что за шмоточка. Ну и перед началом, перед тем, как я куплю, потому что у меня уже все ресурсы есть, только зайти в магазин и купить, но это будет неинтересно. Давайте я пойду и поубиваю всех, кто есть на карте. Ну, сначала поздороваемся с подписчиками, это Зерта Супер, Алихан и Просто Гуд. Ребята, поехали, поехали. Так, давайте начнем мы с верха. Модотика убивать не будем, пойдем от волка. Но сначала заберем угощение от полярного мишки. Так, что он нам дает? Сколько опыта? Блин, я не успел заметить. Пчелки сзади догоняли. Ладненько, давай, выходи, волчара. Сейчас мы тебя убьем, алмазное яйцо заберем. А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Боже, как его быстро загрызли. Сколько? Один ойл. Ну, один ойл тоже прикольненько. Также, ребята, сейчас я убью вот этих, вот тех, вот тех, вот тех. Короче, всех поубиваю и потом аж куплю. Ну, еще я хочу проверить кое-что. Сколько стоит гамми-масочка, ребят? Я уже смотрел некоторые ролики по обновлению второй части Бисмоса и увидел там, что есть квест от Гамми Би, вот этого мармеладного мишки, и он дает квест, если иметь гамми-масочку или гамми-ботинки. Ну, если гамми-ботинки, то тогда я не буду покупать масочку, просто буду копить ресурсы и, не знаю, что-то там другое куплю. Если надо, ребята, гамми-масочка, то значит гамми-масочка будет у меня самая первая. И очень скоро. Так, ладно, убили. Скорпионов убили. Вон этих еще не поубивали. Идем сюда. О, а ну-ка, ну-ка, ну-ка. Леди Баги, иди сюда. Так, первый, второй. О, красный экстракт. Вот это удача. Вот это я понимаю, прокачал удачу. Один красный экстракт из Леди Бага. Их можно ПКД убивать и фармить очень быстро. Леди Баги. Кстати, ребят, там в прошлом ролике я говорил, что возможно я заснимлю ролик, где я буду расскажу самые-самые крутые способы фармать тикетов. Покажу там, например, три самых топовых способа. Сказал, если вы хотите, там напишите комментарий. Там я видел комментарий, но вроде бы никто не залайкал. Там никаких лайков не видел на этом комментарии. Вроде бы желающих очень мало для этого ролика. Возможно, уже все знают, как фармить тикеты очень быстро. Ну, у меня сейчас 284. Но это я просто сейчас мало играл. Я вот зашел вот в эту новую Бисфарм симулятор, вот эту, которую я на коре. Чуточку вчера задрил в эту игрушку. Бисфарм обычный, что-то немножечко подзабросил. Но ничего, ребят, я полностью не забросил. Видосики будут каждый день все равно по Бисфарму. Но если не каждый день, то хотя бы через день. Так, ладно, убьем Кинг Битла. Сейчас я точно из него что-то хорошее выбью. Ну, должен сейчас мне обновиться амулет. Просто уже давно не выпадал новый амулет. Что там у меня сейчас? Биатак. Ну, в принципе, он и так неплохой. Он уже лучше и не выпадет. Возможно, и выпадет, не знаю. Сейчас поубиваем, посмотрим. Там я читал информацию об этом амулете, то характеристики улучшаются с количеством убитых кингбитлов. О, вообще ничего не выпало. Ну, ладно. Ну, не вообще ничего, а просто амулет никакой не выпал. Так, Синикс. 5 тикетов, я чуть не забыл. Ладненько, что у меня выпало? Один джинджер брит. Что там еще? Так, стоп, чат надо открыть. 5 тикетов. Red экстракт 3 штуки. О, прикольненько, прикольненько. А синий? А что, синих экстрактов не было? Ладненько, я так понял, не было. Ну да ладно, ничего, копим красные экстракты. Ладненько, так, что тут у меня по квестам? По квестам, ребят, я сейчас выполняю 26-й квест от Мишки Ученого. А это значит, что я скоро заберу свой второй транслятор и открою еще один квест. И открою 9-ю награду из Бисмоса. Ладненько, но это надо очень быстро сейчас, ребята, делать, потому что скоро уже вторая часть. На тестовом сервере очень много разных обновлений добавила нет. Еще вот этих убью, ребятушки, и все. А не, не все, у меня еще, возможно, туннельный мишка жив. Пойдем посмотрим, что там у него. А ну-ка, ну-ка, зайдем в гости. Но я вроде бы его убивал недавно. Да, 15 часов надо ждать. Ладненько, выходим отсюда, заходим в магазин. Кстати, ребят, я не сказал, какие ингредиенты нужны. Ну, надо, ребята, мед, надо 100 синих экстрактов, 25 глиттера и 50 либо масла, либо энзимов. Я точно не знаю, но это сейчас вы сами увидите. Я даже вначале не говорил, потому что мне кажется, вы догадались, что же такое я сейчас куплю. Ребята, это второй наплечник. У меня сейчас красный есть, самый топовый. Сейчас будет синий. Вот смотрите, у меня сейчас вместо синего стоит вот этот наплечник, который дает 15 тысяч capacity. А сейчас я получу наплечник, который дает мне 250 тысяч capacity. Плюс увеличивает атаку синих пчел. У меня синих пчелок не так уж и много, если честно. Просто потому, что у меня все демо-пчелки. Почти все демо-пчелки. Где моя демо-пчелка? Стопе, стопе, стопе. Вот она. А она бесцветная, ребята. Поэтому мне бы было круто просто одарить вот этого Леончика. И он тогда увеличит атаку всех пчелок на 2. Будет очень прикольно. Сразу же урон очень сильно вырастет. Кстати, у меня еще много экс-хаудит пчелок.
А какая она по цвету? Тоже бесцветная. В принципе, да. Если ее одарить, вот эту Леончика, то все, ребят, у меня будет очень-очень много урона пчелок. Хорошо. Ну и вот такой вот сейчас я выгляжу. У меня уже 8 миллионов в рюкзаке вмещается. Сейчас, ребята, мы выполняем потихонечку квесты Spirit Beer. Потихонечку. Я сейчас не напрягаюсь по поводу этих квестов. Сейчас, ребята, у меня в приоритете вот этот Мишка ученый. Выполняем квест, забираем его транслятор. Отдаем его вроде бы красной пчелке. Было бы лучше отдать Стикмену. Но если я сделаю вот этот транслятор до того, как выйдет второй бизнес, то я дам красной пчелке. Если я сделаю так этот квест, и тогда уже будет вторая часть бизнеса, то я, значит, отдам этот транслятор Стикбагу, потому что Стикбаг тоже даст квеста для бизнеса. Короче, ребята, вот такой вот ролик получился. Так, у меня достижений никаких нет. Вроде бы никаких. Нужно на Стамфилде немножко накопать, но это потом. Вот такой вот ролик получился. Если что, ребят, пишите в комментариях, хотите вы этот ролик или нет. Залайкивайте, если вы это хотите. И, ребятушки, на этом я буду прощаться. С вами был GoofGoof. Всем пока, ребят. Всем бай-бай.